Красотища. Я прям доволен. Рыбаки, всем здорово. Мы опять поплыли за щукой. Как всегда, не за маленькой. Косяк у меня, забыл купить этой пшикалки. Мышкары просто немерено. Я пока шел, меня сожрали всего. Ну что, сейчас я в капюшончике. И будем ловить щуку. Будем ловить опять на воблеры, типа германов. Сейчас попозже покажу. В прошлый раз мы ловили на зеленого, он как бы нас с первого раза порадовал. А сейчас я буду пробовать коричневым разлавливать. В общем, лайки, шмайки, подписочка. И погнали, а тут в кустах вообще просто немерено летает. Просто тьма. Погнали. В общем, рыбаки, в прошлый раз мы ловили вот на такого воблера. Он шумовой, 9,8 грамм, длина 9 сантиметров. Ну, на него как бы рыбалочка удалась. Ссылочку приложу вам с прошлой рыбалки. Сейчас я решил половить вот на такого. Только пришел, по той стороне уже щука гоняет. Ну, мы сейчас сначала повыше проплывем, а потом уже будем это ловить. Но я хочу вот здесь еще заводиночку покидать. Здесь Алексей поймал щуку на 5 килограммов. Сначала заводинку, а потом уж поплывем. Трава полезла, лопухи полезли. Скоро вдоль бережка не покидаешь, спиннинг. Мышкарьё зажрало. В общем, начинаем, рыбаки. Вдоль травки. Я думаю, щука у нас сегодня, как всегда, будет. Надоест эта трава. Так, рыбаки, повесил я опять зеленый. Что-то коричневый меня вообще не впечатлил. На зеленой были поклевки в тот раз и немало. Меня сейчас эта мышкара не то что сожрет. Мне кажется, она меня сейчас унесет. В магазин, что ли, сбегать, купить эту штуку? Опа, есть. Есть, ушла. Блин. Жалко. Пойду в магазин, зажрали, не могу, бля. А? А? Побрызгаться купить? Надеюсь, что да. Рыбаки, благо у нас до магазина идти прямо 2 минуты. Зажрали, не могу. Сейчас попрызгаемся. Будет шикарно. Сейчас я лодку еще забыл. Серега? Плавал, плавал. Я вот сейчас видел, там такая плюхнулась. А может то, что туч ходит целый день? Опа-опа-опа! Ох-ох-ох, кто бы перебрасывать хотел? Хорошая! Кто бы перебрасывать хотел? Нормально. Сейчас уйдет. Прям слабо висит. Хорошая. В
Сейчас уйдет она у меня тут. Нормальная щучка. Тихо, 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 тихо. Ох, какая! Красота, да? Побольше полторушечки. Хороша мамуля. Ну, одна сорвалась, мать. Вон, отцепил-то прям сразу. Вот это да. Паркуемся. Довольный теперь стал. Хорошая щучка, хорошая. Прям сверху взяла, перебрасывать хотел. Фу, порадовала меня малышка-то моя. Красотища. Ох-ох-ох. Рыбаки, я доволен. Прям сверху схватил, умничка. Зеленый воблер работает. Все, дядя Валера выплыл, сезон начался, да? Привет. Ты что-то не на своем месте. Я там пробовал до этого. Вверху. Одна сранька попадается. Обязательно сюда плавает. А, не, я сейчас на ручейник. Ручейник же пойдет, да, скоро? Он сейчас, наверное. Вот на него повеселее. Не, на пар... Отошло? Потому что мелочь одна. Нет. Задолбливает. Вот сейчас поймал съедобный. Поймал, наверное, 50. А съедобных поймал, наверное, 103. Ага, ну мелочь, в общем, одна. Беру и две фотки. Опачки. Маленькая. Ну это прям вообще малыш. Я пока сидел на последней заводе. Еще одна, вот это более-менее уже. Активная такая. Опа. Оставляем. На воблу. Да не, вкусная. Ваки. Подошла к завершению наша рыбалочка. Сегодня рыбалка, я очень доволен. Взяли хорошую щучку. Я думаю, она ближе к двушке идет. И в планах у меня пойти завтра. Ой, какая она жирная. Больше двушка. Какая жирная. Но повторюсь, камера этого не передает. Здоровенное щучище. Сейчас я покажу. В общем, завтра решил с утра еще идти. Пару мест приглядел, там щука прямо херачит нормально. Завтра ее буду пытаться выловить. Еще раз лайки, шмайки, подписочка. И завтра еще за крупной щукой. До встречи, сейчас покажу вам улов. Вот лежит девочка наша маленькая. Красота. Красотища. Я прям доволен. Все, пойдем домой. Речка, до встречи.